немного. Так, пока микрофон работает тоже. Скайп. В общем, что, еще раз, hello. Нас зовут Метеор Сводка. Сейчас я буду с вами разговаривать с эхо и с ревербом. Вот. Сыграем сегодня для вас свои песни, пару каверов, а еще пару фитов. Фит с Герой из группы Стратосфера. Он сегодня с нами на гитаре. И фит с Яриком. С Яриком Союз 1 в самом конце. Поэтому оставлю для самого конца. В конце будет самый крутой фит этого лета, надеюсь. Точно. Погнали. Спасибо.
Следующая песня называется «Свидание в столовой». И она основана на реальных событиях. Наш гитарист Дима, который сейчас по определенным причинам с нами не может играть, вот. Узнали мы об этом только вчера ночью, вот, и... Я вчера за вечер учил весь материал этой группы. Да, Гера вчера за один день выучил все наши песни, вот. И теперь с нами играет вместо Дима. А Дима сочинил эту песню, какая история была. В общем, как-то он пригласил свою девушку в ресторан, вот. Но так получилось, что в то время у них был сложный период, и денег было не так много, вот, у девушки. И она, когда об этом ему сказала, Дима пригласил ее на свидание в столовую. И после того, как у них, правда, было свидание в столовую, он написал эту песню. Вот, и сейчас мы ее вам сыграем. Да, Гера у нас во время этой песни будет чилить, пить пиво за барабанной стойкой. Погнали. Тебя на свидание, столовую рядом с домом, третий корпус, первое здание. Встретимся там, будь готова. Мы пойдем кормить лебедей черствым хлебом и пшеном. Не найдешь ты таких нигде, кроме озера за тем окном. И заверки от конфеты, обручальное кольцо. Подарю тебе летом и еще рублей 500. В одноразовом стакане, а я знал еще давно, что любовь есть между нами. Тебя свой плащ, что достался мне от деда. Ты в нем выглядишь постарше, и тебя прекрасней нету. На покрашенной скамейке поцелуемся впервые. Я пойду домой без краски, счастье завтра выходные. И заперки от конфеты, обручальное кольцо. Подарю тебе летом и еще рублей 500. Я потрачу на вино, в одноразовом стакане. А я знал еще давно, что любовь есть между нами. Танцуешь, Гер. Ну что, возвращаешься к нам? Сейчас мы вам исполним пару каверов, и надеюсь, что многие из вас знают эти песни, вот. И если вы знаете, то подпевайте. Егор спрашивает, гитара не громкая, нормально? Заебись. Вот. Надеюсь, да по-любому все знают эту песню. Погнали.
стынет. Голове, я теперь очканяю под бой. Голове, я теперь сны хорошие и плохие. Голове, я тебя люблю. В этом городе, где ты ходишь, все никак тебя не найду. Следующая песня, это наша песня, она называется «Вещи из прошлого». Она посвящается всему тому, что уже забыто, и вещам, чьи хозяева уже никогда не увидят эти вещи и не смогут о них вспомнить. Подожди. Побери голос для последней песни нашей, ладно? Ты крут. Погнали. Не будем, надо зайдем все группы. Крутится мысль о прошлом, приводят ступор. Вещи из прошлого на моем чердаке. Или мешками готовочки
банкой солений. Замаскируем груды наших давнишних сомнений. Слушай, а может быть выбросим все на помойку? Платье в горошек, сними костюмы, тройки. Надо, Ярик. Можем расстаться тем, кому будет нужнее. И жить без старого хэм на наших шеях. Ищи из прошлого на моем чердаке. Вспомнить не сложно, было бы кем. Ищи из прошлого под метрами пыли. Первая песня, которую мы играли, «Первый самолет», они уже есть на площадках, поэтому, если что, вы можете найти нас на Яндекс.Музыке или еще где-то. «Метеосводка» мы называемся. Это была наша рекламная интеграция. А теперь вернемся к каверам. Мы исполним еще одну песенку, которую тоже, я уверен, почти все знают. Ну, блин, ну реально все знают. Вот. Если знаете, попевайте, хорошо? Договорились? Или басист. А чё? Два раза, понял? Раз, два, три, и... Тебя покорить не знаю я. Не проходят без этой мысли дня. Не проходит и дня. Как тебя покорить? Укажи мне какой-нибудь намек. Близок я или так чувствую далек. Или очень далек. Я бы спел тебе, да не умею петь. Танцевал бы тебе, да не умею танцевать. Дал бы комнату свою, да сам легко отдать. Написал бы стихи, да никогда не писал. Я бы спел тебе, да не умею петь. Танцевал бы тебе, да не умею танцевать. Дал бы комнату свою, да сам легко отдать. Написал бы стихи, да никогда не писал. Чего начать? Я не знаю, о чем тебе сказать. И неловко опять. Как тебя покорить? И головой вздыхая глубоком. Шутку я рассказал, но молоко. Совсем молоко. Просыпайся вновь. Ты что это был? Чего это был? Чего это был? Просыпайся вновь. Что я с тобой? Чего я с тобой? Чего я с тобой? Готово, припев еще раз.
Я бы спел тебе, да не умею петь. Танцы могу тебе, да не умею танцевать. Я бы кого-то свалил, да сам легко отдать. Написал бы стихи, да никогда не писал. Я бы спел тебе, да не умею петь. Танцевал бы тебе, да не умею танцевать. Я бы кого-то свою, да сам легко отдать. Написал бы стихи, да никогда не писал. Просыпайся вновь, дышу я тобой. Живу я тобой. Живу я тобой. Просыпайся вновь, дышу я тобой. Живу я тобой. Живу я тобой. Ты и на наших песнях будут так подпевать лезть на концертах. Ты все пел? Бля, ну респект. Бля, респект. Тем, кто танцует и поют, вообще респект. Спасибо большое. Вы просто сделали наш день. В общем, сейчас будет у нас... Настало время первого фита. Песня называется «Фестиваль пива». Вот. Мы на фестивале. Будем играть в фестиваль пива. Ну, по сути, это и есть своего рода фестиваль пива. Все выпили пиво сегодня, да? Это хорошо, отлично. Гера, готов? Можешь рассказать немного про историю этой песни? Да, для начала я скажу, что из прошлой группы меня выгнали за то, что я рассказывал анекдоты на сцене. Но эти ребята были не против, так что я пришел сюда. Вообще, у этой песни большая история. Типа, я написал ее 3 года назад, когда еще на гитаре не умел играть. Ну, и вот спустя 3 года я на сцене с ней. Это круто. Правильно. Я бы, кстати, дал реально. Не запомнил. А, еще вот... Ну да, тогда анекдот тема. Короче. Анекдот. Ну все, расскажи. Стоят капитан и боцман на корабле. Все, все, тихо, рассказывай, рассказывай. Капитан говорит, боцман. На Опа! Нас... Боцман, на так, нас торпеда анекдот, плывет. Взять, анекдот заново, я сам не понял, что... Боцман, на нас плывет торпеда, иди пацанам в каюту скажи, короче, что вы готовились. Но он спускается в каюту, говорит, ребят, хотите, я сейчас елдой своей по стене корабля стукну, но он на 2 части развалится. Он говорит, ну давай попробуем. Ну стукнул, корабль развалился, короче, пацаны уже все в шлюпках сидят, тут капитан приплывает и орёт, боцман, ты технически отпился, что ли? Торпеда-то мимо прошла. Ну, бля, я более несензурную версию этого анекдота слышал. Сейчас, в общем, у нас добрый концерт, добрые анекдоты, поэтому вот так вот. Ну, в общем, песня «Фестиваль пива». Готовы? Погнали. Мне нужно на фестиваль пива!
был фестиваль пива. Спасибо. Следующая песня называется «Я хотел бы быть роботом». Она посвящается всем людям, которые уже заебались в этой жизни что-то делать самим. Постоянно какие-то переживания и чувства, которые мешают жить спокойно. И вообще легче всего было бы быть просто роботом. Да, песня разъемная, как нам сказал басист, поэтому давайте попробуем разъебаться. Гера готов? Почему я дал бы самый логичный ответ? Волшебник Гудвин, ну что ты наделал? Зачем жил на сердце, когда ее нет? Я хотел бы быть роботом, чтобы ни боли, ни грусти, ни злобы, ничего не чувствовать больше. Жить под врагами мне было бы проще. Я хотел бы быть роботом, чтобы ни боли, ни грусти, ни злобы, ничего не чувствовать больше. Жить под врагами мне было бы проще. Я хотел бы быть роботом, чтобы ни боли, ни грусти, ни злобы, ничего не чувствовать вовсе. Жить по программе мне было бы проще. Ну, Гера, ты, конечно, дал шикейза, жестко. Да. Не-не, это охуенно. Мне понравилось. Вам понравилось? В общем, для завершающей нашей песни сюда приглашается наш любимый Ярик из «Союз-1». Ярик, где ты? Почему? Погнали к нам. А я Ярик. Покажу. О! Ну-ка. Ярик! 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 О, пришел с пивом. Ну, блин, видимо, ему понравилось. Это саксофон мой, смотри, как умею. Ага. Бля, нихуя. Да. Вообще, мы еще играем с саксофоном, вот, но обязательно приходите на наши следующие концерты, чтобы услышать саксофон живьем, вот. Но в этот раз без саксофона, зато с Яриком, с пивом. Я без пива. Без пива. Готов? С фестиваля нельзя возить. С фестиваля пиво нельзя увозить. У них песня такая была, вы не выкупили нихуя что. Я пьяный, мне похуй. Сейчас настроятся чуваки. И для меня это не так уж просто. Да, песня называется... Нет, не та песня. Песня называется «Не так уж просто». Для всех тех, кому кто еще в жизни не определился, и все, о чем друзья говорят, просто, блядь, сделай, и все. На самом деле, все это не так уж и просто. Вот об этом и была написана песня. Вот. Первоначально был только припев для этой песни, но как-то мы собрались у басиста на хате, басист «Союз-1». Вот. И буквально за 5 минут Ярик накидал второй куплет. Вот. Мне очень понравилось, и мы решили сделать фит. А,
басист. Я почему сказал басист? Потому что тогда еще Гриша был басистом. Гриша, кстати, у которого сегодня день рождения. А сейчас он уже гитарист. Поэтому гитарист нихуя. Гриша, блядь, день рождения, нахуй! День рождения. Вот, песня посвящается Грише на день рождения, да? В общем, погнали уже, хватит отступлений. Давай, Гриша. Не так и просто. Для тебя. Все, мы готовы, погнали. Заново. Что? Погнали заново, я готов. Просто ничего не бывает, просто путь к звездам тернист. Если идешь один, монстры, повсюду монстры. Понятно. Толпы путников с их пути. И попробуй закрыть глаза. Неважно, что говорят, твоя цель где-то впереди. Пока другие на месте стоят, ты просто иди, иди, продолжай идти. И для меня ты не так же просто, как же я хотел бы понять. Я чего так вообще создан. Голова моя кругом опять. Я на меня не сильнее, чем просто. Опять начался, хочу, возможно. Но свой мир не хочу терять. Просто не так же просто. Как же я хотел бы понять. Для чего тогда вообще ты создан. Голова моя кругом опять. Я на меня не сильнее, чем просто. Опять начался, хочу, возможно. И напоследок еще раз Митя с водочки, ну-ка. Спасибо, Ярик. С вами была группа Метеосводка и группа Союз 1. Ярик. И это и за сегодня еще была самый лучший день фестиваля. Ладно, так. Надеюсь, других групп тут нет. Да, извиняюсь. Но так получилось, блядь. Все, всем спасибо большое. Скоро увидимся.